Отечественные предприятия на треть увеличили закупки оборудования. Инвестиции в основной капитал в Беларуси по итогам 2023-го увеличились на 15% и достигли без малого 36 миллиардов рублей. Почти половина источников финансирования из собственных средств организации, меньше четверти за счет консолидированного бюджета. Беларусь вошла в топ-3 мирового рейтинга с самым дешевым молоком. Стоимость продукта в нашей стране чуть больше 2 рублей. В прошлом году в Синеокой произведено рекордное количество молока – 8 миллионов 140 тысяч тонн, на 6% больше, чем в 2022. В планах на этот год – 8 миллионов 600 тысяч тонн. В стране представили концепцию цифрового белорусского рубля. Внедрение расширит условия для развития национального платежного рынка. Среди главных преимуществ – отсутствие привязки к одному банку, повышение доступности услуг на отдаленных и малонаселенных территориях. Цифровая валюта будет законным платежным средством, выполняющим все функции денег, как наличных, так и безналичных. Александр Пуримов, учащийся Центра дополнительного образования детей и молодежи, представит Бобруйск на республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси» в номинации «Общество и социальная сфера». Его проект «Игра света» предназначен для работы с детьми с особенностями развития. В Бобруйске проходит неделя нулевого травматизма. Главная цель – обеспечение безопасности и здоровья сотрудников на рабочих местах. Предотвращение случаев производственного травматизма в организациях путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применения мер по их устранению.